Вот такое у нас сегодня солнышко. Смотрите, какая красота. Снег сверкает на солнышке. У нас сегодня мороз. Это сосна наша. Вот такая красота. И собачки наши бегают. Снега много. Погода отличная, морозная и солнечная. Смотрите, как снег искрится. Я прибавила, но не вижу. Снег прям искрится. Красота какая. Я не знаю, передает камера, нет. Так красиво. Все сверкает, как в сказке. Здорово. Вот. Красота такая. А у нас на улице вот такие горы там. Я не знаю, видно, нет, я подняла выше забора. Это трактором дорогу чистят. Вот. Такая гора образовалась. Он играется, пиратик. Пиратик играется с Бимкой. Вот так вот мы играемся. Да, пиратик? А, ой, играет с Бимкой, он играет. А Микулечка убегает. Не хочет он с ними играть. Не хочет он с ними играть. Не хочет. Не хочет он с ними играть. Вот так вот мы играем. А вот так играем. А вот так мы играем. Вот. Ну, пошла я кроликов кормить. Вышла кормить свою скотинку. И тут на улице такая красотища. Все сверкает. Снег искрится. Так красиво. Погода отличная, морозная. И солнышко. Такое красивое солнышко. Красота. Как в сказке. Я помыла, не мешает. Я помыла голову, и пока волосы не мешаются, я хочу, у меня вот такая глина, мы брали ее в фикс прайс, она уже кончается у меня, и я смотрю, у меня что-то такое лицо ужасное, все в каких-то маленьких морщинах. Я уже один раз мазала, и, значит, это, такая кожа, ну, вот не вся, а вот прям особенно вот здесь на щеках, такая стала хорошая, гладенькая. Вот я решила, пока волос не мешается, снова намазать. Я хочу измазать вот эту всю глину, а то как-то и выбросить жалко. Я думала, она высохла. Мы хотели ее выбросить, а когда открыла, посмотрела, она еще такая вот, ну, хорошая еще такая вот, мокрая. Как такое выкидывать, прям жалко. Ну вот сейчас похожу, оно у меня высохнет, и я ее смою. Мое личико высохло. Мне говорят, ты что не идешь умываться? Вот иду. Вот так вот все высохло. Все сморщилось. Иду умываться. Ну вот я смыла глину. Здесь, правда, такой ужасный свет. Ну вот так вот, ничего, вот вроде бы гладенькая стала кожа. Вот волосы еще не высохли. Я полотенце убрала. Вот сейчас намажу кремом. Ну так, немножко хоть. Давай на такси. На такси поедем.
больше не дам, пожалуйста. Послушай, это не мои деньги, мне нужны их сдать. Уходи, пожалуйста. Азах, милая. Ты что здесь? Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, давай, отец, умоляй. Боже мой. Здравствуйте.